Девочки, до завтра. Всего доброго. Лидия Петровна, здравствуйте. Так, вы с хлебушком? С хлебушком. Так. Спасибо. Всего доброго. Здравствуйте. Все нормально у вас? Все нормально. Давайте, всего доброго, до завтра. Здравствуйте. Лидочка, здравствуй. Я вчера не была, меня на скорую увозили. Две Лидочки загадывали. На скорую увозили? Да ты чё? А чё нас сегодня так сильно фотографировали? Ну я... Ты ж хорошо же. Бежала. По телевизору что-то. Надо, чтобы знали о нашем фонде, чтобы... Здравствуйте. Почему не приходите? Танюш, ты чё? А я не успеваю с работы. Ты два берёшь? Снег. Там, видишь, что-то сейчас из-за снега это было много работы. Вы приходите, пожалуйста. Вы можете, Елена Михайловна может говорить, она вам будет оставлять, попозже будете приходить. Ну, у меня на дорогу, видишь, денег тоже. Ну, да, пожалуйста. Ну, я буду звонить, я сейчас буду. Куда они пятеро детей, оказывается, я даже не знала. Здравствуйте. Всего доброго, до завтра. Здравствуйте. Как там Санечка наш? Нормально? Ну, работа, большой объем работы-то. Ну ладно, слава богу, всего доброго. Почему не улыбаетесь? Праздник на дворе, весна. Всего доброго, до завтра. Спасибо.